2020 год с зеркальными числами, год белой металлической крысы по восточному календарю, обещал быть благополучным. Ведь белый цвет символизирует чистоту, искренность и благие намерения. Символ года помогал тем, кто добивался своего честным путем, берег окружающий мир и с уважением относился к людям. Тех же, кто пытался достичь цели неправдой, должны были постичь неудачи и разочарования. Совпали ли прогнозы звездочетов с реальной жизнью, самарцы рассказали на улице. Переезд на новое место жительства, в другую квартиру. Ну, дочь хорошо учится, пошла в первый класс. Оправдала мои надежды. Дочь квартиру купила с мужем и с семьей, поэтому радостно. Сын машину купил, тоже радостно. Я нашел хорошую работу. Купил себе, наконец-то, музыкальный инструмент. Нормально. Проблем много. Коронавирус, карантин. Сессия будет скоро. Слава богу, не болели, не так. И все. Я пенсионерка, что, бля, каждый день дома. Теперь свои надежды горожане возлагают на год грядущий. Хотел бы получить гражданство. Зубы вставит. Так что тоже мечта. Ну, есть мечта, наконец-то, устроиться на работу, я думаю. Потому что я как подросток хочу получать собственные средства. Закончить учебное заведение, пойти на практику производную, добиться всего. Побольше внуков, хорошего настроения, здоровья, и путешествий побольше, потому что сейчас нет возможности путешествовать, хотелось бы куда-нибудь съездить. Устранение пандемии, то, что будет, конечно, все нормально. Будет получше. Было бы здоровье, остальное все будет. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События.